Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Total War Warhammer 2 за Скавенов на очень высокой сложности, и уже не так много территорий осталось неподконтрольных нам в Нагоронде. Армии наши со всех сторон идут, завоевывают все больше и больше территорий. Я думаю, что уже в ближайшей серии этот континент весь будет нашим. Если нам сейчас вот эти вот гадские кочевники не напакостят, то будет все замечательно. Ну и правда, тут тоже вот еще плывет полный стак армии. Посмотрим, что это. Может, если это будет какая-то серьезная армия, да, то придется вызывать подкрепление. Посмотрим. Вот. Но давайте смотреть, кем мы еще не походили в прошлой серии. Я не на запись еще потратил деньги немного на строительство. Квик пока что сидит, отдыхает, восполняет потерянное колесо. И... Угу, так. Лорд Скролк у нас... Да, из-за того, что Лорд Скролк занял это поселение, и восстание... Хотя нет, подождите, Пиктирана, Пиктитана опять. Вот здесь, наверное. Нет, все правильно. Нет, неправильно. Боже, все сложно. Нет, все правильно. Пиктирана относится к этому поселению. Пиктитана относится к вот этому поселению. Здесь мы осаду уже отбиваем. Из-за того, что Скролк занял вот то поселение и сидит, осада здесь... Не намечается. Но, мне кажется, можно Скролка уводить. Там у нас будет оборона. И мы пойдем завоевывать вот эту провинцию как раз. Я думаю, без проблем заходить. Мы можем даже зайти туда. Но, я думаю, спешить особо не будем. Все равно тут после занятия позиции, да, по поселению этого, мы двигаться не можем. Хорошо, та армия идет больше на север. Этот товарищ у нас тоже в следующем году. В следующем ходу будет готов к труду и обороне. Что с этим делать, я так не придумал, если честно. С вот этим. Куда бы его отправить? Он пока просто на разведку здесь идет, да? Может быть, мы найдем здесь какой-нибудь разбойничий предел, где будет большая оборона. Но пока нет. Пока нет здесь, смотрите, поселения разоренные есть тоже. Ну, хорошо. Здесь восстание будет теперь уже наконец-то. И мы его, я думаю, в следующей серии без проблем. В следующей серии, боже, в следующем ходу подавим. В следующем ходу, в следующем году, в следующей серии. Что угодно, только не то, что надо. Хорошо. Надеюсь, я ни про какие восстания не забыл. Вроде бы в прошлой серии мы с всеми повстанцами разобрались, которые осаждали наше поселение. О, смотрите, целый стак приволокли. Малекит на драконе. Ну, а остальная армия так себе на самом деле. Много ведьм, очень много ведьм. Это же ведьма. Специалист по ближнему бою. Непонятно, кто она такая, да? А вот это ведьма, наверное, да? Или это тоже ведьма? Ну, короче. Могут нам напакостить. Мы, наверное, не будем тут отвлекаться. Пусть заняли поселение и заняли. Мы сейчас подведем... У нас, тем более, засады есть и все остальное. У нас есть стремительный удар, если вдруг засада не проканает. Я думаю, сейчас мы... Они разорили это поселение, они не стали его захватывать. И вторая армия идет от... Хаггрефа. А наши братики тем временем обрабатывают мои поселения, распространяя там скверну по максимуму. Посмотрим. Надо быстрее вот эти вот армии вести сюда. Там у нас Квик есть. И кто? Скролк и Скруля с другой стороны совсем идут, к сожалению. Но посмотрим. Так, поселение разорено. Поселение в осаде, поселение в осаде. Окей, налеты, налеты, налеты. Давайте мы сейчас разбиваем вот этих ребят.
Так, хорошо. Где там еще поселение в осаде следующее? Угу. Да. Хорошо. Теперь ты у нас прыгаешь вот сюда. Прыгаешь или, наверное, бежишь маршем? На всякий случай, может быть, мы сможем атаковать сразу этого товарища. Но он все равно в осаду пойдет. Там у нас все же оборона есть, стеночки какие-то, да? Так что там все будет норм. Дальше. Так, ты куда-то идешь? Давайте посмотрим, где у нас там третья осада. Это поселение разорено. Две осады мы отбили. Хорошо. Хорошо. Так. Круг разрушения. Мы можем зайти, да, и просто занять этот круг разрушения без проблем, в принципе, вообще. Правильно? Но они на нас нападут при этом вдвоем. Они не восполняют здесь потери. Ну, кстати, потрепанные немного все же они. Но мы можем устроить им засаду. Сколько нам на засаду надо? 25 дальности, да? Давайте мы устроим им засаду где-нибудь, вот, может быть, в лесу. Вот в этом. Сколько у нас шанс на успех засады? 70%, плюс все наши эти проценты успешных засад. Это будет отличная засада, мне кажется. Вот, если вдруг... Они, может, никуда и не пойдут вовсе. Они, может быть, будут дальше это поселение крошить. У нас тут еще, кстати, остались. А может, все-таки мы в это поселение зайдем? Ну, они тогда просто разойдутся, мне кажется. А так они поселение займут. Ладно. Будем защищать это поселение тогда. Как минимум, там стены у нас будут, да, и может быть, будет немного проще со всеми этими стенами. Посмотрим. Хотя пушки, опять же, будут без дела стоять. Так, все, Квик уже готов. Выпускаем его развлекаться. Так, что там у нас? Восполнение потерь обязательно берем. И он мчится. Как торпеда, просто мчится вот сюда. Отлично. Все, вдвоем они там, я думаю, справятся с этими всеми недобитками. Скролк продолжает забирать поселение одно за другим. Разорять будем? Наверное, не будем. Занимаем. Занимаем. Так, 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 так. Что там? Что там мы тебе качали? Давай вот это вот прокачаем, да? Так. Пик Дракла. Идешь, да? Пик Дракла забирать как раз. По идее... В этом ходу все равно никак, да? Хотя... О, да? Да, вроде мы доходим. Нет? Блин, надо было через воду тогда идти забрать эту штуковину. Ну ладно. Ну ладно. Так, хорошо. Дальше. У нас уже готова вот эта армия в Нагоронде, и ты уже мчишь. Да, тут не промчишься никуда. Потихонечку идем. Хотя они вроде стоят и ничего не делают, да? Может, мы их тоже трогать не будем? Или вынести их быстренько? Они укатят куда-то, мне кажется. Гоняться просто за ними придется долго, возможно. Тут у нас как раз стенки строятся. Может, не будем тогда за ними гоняться? Лучше, может быть, вот эти северные поселения пойдем выпилим. Может быть, действительно так было бы и лучше. Так, хорошо. Кто у нас еще не ходил? Я чувствую, что кто-то еще хочет куда-то сходить. Так, хорошо. Хорошо, вроде как... Что, мы поплывем тогда?
Поплывем вот сюда. Тоже, да, занимать эти поселения. Или, может быть, даже сразу вот сюда. Тоже, на самом деле, неплохой вариант. Ну, пока выплываем на воду, наверное. Я надеюсь, что у нас все уже поселения здесь с более-менее нормальной обороной будут уже сами справляться. Плюс скверна уже распространиться должна была более-менее нормально, да? Ну, я надеюсь на все это, конечно. Так. Мы еще кем-то не походили, я чувствую. Здесь. Давайте на самом деле апгрейдик построим какой-нибудь. Обязательно, конечно же, мы древний город улучшаем как можно больше. Потому что очень полезное поселение. Очень. Так, здесь 3000. Пропускаем пока. Здесь военное положение. Минус 6 будет. Персонажи еще где-то. А, персонажи это может быть эти. Я понял. Так, пока тоже пропускаем. Все, в принципе, да. Вот еще где-то есть. Да, строим здесь стенку, наверное, в первую очередь. А потом уже все остальное. Еще где-то могу что-то построить, да? Предлагают. Хорошо, согласен. Поремонтировать. Ремонтировать. Можно, кстати, было отремонтировать. Мы все равно тут будем сидеть. Окей, все. Закончили. Еще разок. Можно даже по лордам, в принципе, вот так вот пройтись. Проверить, чтобы все походили. Вот этот вот пока на разведку, да, тут гуляет. Осматривается. Пока непонятно, куда бы его так отправить, чтобы с толком. Все поселения здесь такие себе. Светлых эльфов трогать даже не буду, потому что мне кажется, что смысла нет их поселения уничтожать. Поэтому, ну, даже не знаю. Белый пик здесь тоже вроде оборон. Ну, кстати, вот можно, наверное, вот к этому поселению подойти. Как Грефа, да? Где-то, наверное, может быть, это их столица? Или столица где-то на этом континенте была? Ну, короче, неважно. Так, сейчас еще разок. По-прежнему переменчивый, значит, скорее всего, да? Братики, ничего нет самое. Я хотел посмотреть, у Харганета по-прежнему 30 поселений. Блин, мы столько поселений захватили, а у них по-прежнему... Ну, в принципе, раньше было у всех по 30, да? Только у культа удовольствия было поменьше. Но сейчас мы можем тогда свои силы сосредоточить на войне именно... А, кстати, а могу ли я с ними мирный договор заключить? А вот это было бы хорошо. Их продавить, может, они, если их продавить, то они заключат конфедерацию с Нагарондом. А так было бы хорошо с ними мир заключить и оставить их пока что. И выпилить Нагаронд полностью. А потом уже... идти заниматься всем остальным. Ладно, все, заканчиваем ход. Харе трындеть. Пойдем разбираться. Сейчас с Маликитом. Посмотрим, что он будет делать. Ну-ка, Маликит, удиви меня. Нападение на гарнизон, неудача. Маликит что-то посмотрел на нас и подумал, ну его в баню. И отошел. Куда-то просто. Сейчас еще раз ходит, да? Ну, что-то надумал. Надумал свалить. Окей. Раз ты надумал свалить, я не прочь. Мы вот это поселение даже трогать, наверное, не будем. Они его не отстраивали еще. Денег, может быть, у них нету или еще чего, я не знаю. Надо посмотреть, что здесь. Надо вот, надо к этой армии плыть. Плыть или бежать лучше. Блин, смотря где она выйдет. Вот это мне не нравится. Поплыли к нам сейчас куда-то в тыл. Мутра залечивает раны. Начинается. Так, чумных монахов проапгрейдили. Дальше улучшаем их, да? Так, хорошо. Надо тогда... Блин, а у Квика там же шета. И самооборона, и все остальное. А, как-то неловко получается. Блин, что мы тогда делаем? Как бы нам перехватить вот эту вот армию?
Наверное, тогда я просто сейчас зайду в вот в это поселение и посмотрим, что они будут делать. А этот товарищ у нас... Я не знаю, на воде мы один на один с ними никак не справимся. 100%. Поэтому надо... Давайте пока пособираем ништяки. О, дальность перемещения. На сколько ходов? 10 ходов. Прекрасно. Ну-ка, у тебя как дальность? Ну, в принципе, если что, я потом свалю на этот. Он, по идее, до нас достать не должен, я думаю. Я надеюсь на это, что он не достанет до нас. Но он тоже как раз, да, это режим полный вперед, он в этом режиме нападать не может, хорошо. Так, Малекит, а ну вернись, подлый трус. Куда ты свалил? Где мне тебя искать теперь, а? Давайте отремонтируем поселение. А, нет, смотрите, они уже построили здесь черный шпиль свой. Где бы найти Малекита? А, вот он где аж, да? Далеко свалил, зараза. Давайте все-таки попробуем ему засаду здесь устроить. Ну а вдруг пройдет, вдруг он решит пойти обратно, да, и наткнется на нас. Хотя он может и сюда прийти. До чертога он не доходит. Ладно, пусть идет. Пусть идет. Я не против, в принципе. Дальше. Вот эти ребята стоят, пока и ничего не делают. Мы тогда, наверное, пойдем на север. На север, вот, наверное, сюда ближе, да, будет? Ой, тут мороз прям жесткий. Жесткий мороз вообще. Так, хорошо. Кто там? Ой, кто тут еще? Квик пока отдыхает. Ждет действия противника. Скролк. Пошли дальше тогда. Скролк, да. Идем. Сюда. Шпиль. Давайте что-нибудь построим здесь, типа этого. Скорость. 17 уровень еще. Окей. Дальше. Вот этот товарищ у нас нападает наконец-то на это поселение. Попробуем авторасчетом. Даже никто не умер. Я удивлен, если честно. Занимаем. И провинция тоже захвачена. Хорошо, ремонтируем на производство еды. Давайте я выйду из поселения, тогда быстрее будет уменьшаться общественный порядок. Хотя 30 пройдет, и там минус 9 будет. Все равно долго придется здесь сидеть и ждать. Ладно, тогда неважно, в поселении посидим. Раз все равно долго придется ждать, пойдем вот эти поселения забирать как раз у Нагоронда. Так, что там? О, да. Эти наконец-то добираются до этой... До этих повстанцев. Истребляем их. Все. Здесь поставим стеночку на всякий случай и... Куда ты дальше пойдешь? Я, если честно, даже не знаю. Тут снова, на самом деле, общественный порядок будет падать везде. Поэтому, может быть, далеко куда-то уходить и не стоит. Может, лучше здесь пока покрутиться какое-то время. Ладно, давайте походим, посмотрим. Можно, кстати, посмотреть по провинциям, да, где общественный порядок падать будет. И вот он тут падает прям весьма стремительно. Но у нас тут есть вот эта штука, которая весьма неплохо будет держать оборону. Здесь, в принципе, то же самое. Я думаю, проблем быть не должно. Здесь тоже есть укрепление дополнительное. Нормально будет. Так, здесь тем более. Ой-ой-ой, тихо. Где мы были только что? Боже, как много поселений. Где вот это вот, да, было? Эту мы только что захватили. Море ужаса. Минус один это надолго. Здесь.
Тоже построим как-нибудь укрепления какие-то. Рано или поздно. Тут я тоже не переживаю за это поселение. Его взять повстанцы никак не смогут, как и это, в принципе. Тихо. Не спеши сильно. Здесь что-то минус один пошел. Как-то странно. Что так? Скверно. А, много скверны, может быть, слишком набралось или что. А может быть, нам просто еды надо набрать, да? Еще чутка в плюс, чтобы мы вышли в больший, да, на этот, за 80%. И тогда будет хорошо. Лишь бы эту еду не тратить. Ну, короче, в этих поселениях мы построить толком ничего не можем. Ладно. Все. 2000 есть, оставим их на следующий ход. Всеми мы уже отходили, да? Квик отдыхает. Что-то где-то взорвалось только что. По-моему. Мы через эти врата пройти можем, да? А, какая-то интересная механика, пока непонятная мне. Я в Ултуане еще не был. Ну, не играл. Не захватывал поселение, да? Не знаю, что там и как. Этот ранен. Отдыхает до восстановления. Все, мы уже в плюс 3000 идем. Нормально, плюс почти 4 там даже, да? И это весьма неплохо. Еще немного, и можно будет еще одну армию собирать. Когда там за 12 мы перевалим. Он в засаду сел. Противный Малекит. Так. Ну, я, наверное, это поселение просто тогда сдаю. Ловить здесь нечего. Он его даже занимает. Это меня радует, наверное. Вступить в войну предлагают с скеллингами. Я пока не хочу. Мне еще не хватало массированных атак скеллингов со всех сторон. Не хочу. Эти ребята здесь все ходят и ходят, да? Занимают мои поселения. Распространяя скверну здесь по максимуму. Сорвана засада. Засада у Снивана сорванная, да? Поселение потеряно. Налет там по-прежнему. Так, хорошо. Квик, давай думать, что мы будем делать. Сейчас давайте вот этим несчастьем походим, который настолько деньги жрет. Больше ничего не делает. Типа ход забирается, да? За проход через эти врата. Интересно. Так. Сорванная засада, это, конечно, замечательно. Жалко, что только наша, а не Малекита. Я не хочу к Малекиту в засаду попасть. Как-то совсем. Поэтому пока что я буду тоже в засаде сидеть. А вот тут меня тревожит, что... Нет, меня тут ничего, по-моему, не тревожит вообще. Пошли. Пошли. Блин, они как быстро, да, восстановили гарнизон. И у нас здесь стенки есть? Нету даже стен. Ладно. Не хочу крыс брать. Я думаю, мы справимся. Хотя тут вот эти ребята тяжелые. Тяжелые ребята, гидра. А у нас только две пушки и катапульта одна. Да и учитывая, что крысы сейчас ничего не делают, надо взять, наверное, побольше. Стремительный удар нам понижает наши шансы, как ни странно, да? Ну ладно. А, мы можем... Подожди. Не спешим. Сейчас у нас тут вот есть товарищ, который ждет, не дождется, как бы с кем подраться. Еще благоприятные ветра. Ему вдвойне повезло. Ему в следующем ходу... Они, я не думаю, пойдут, что пойдут в контрнаступление. Хотя могут, конечно, но я надеюсь, что не пойдут. И в следующем ходу мы их уже добьем без каких-либо проблем. Так. Скорость берем обязательно.
Что мы тут? Вот это берем, наверное, да? 6000 у нас есть. А, плюс 3000, не плюс 4. Мне казалось, плюс 4. Забираем, да? Забираем. О, куча денег. Хорошо, забрали. Подземелье. Так, что тут у нас? Да, первым делом в торговлю идем. Что там у нас уже? 6000 торговля нам приносит. Неплохо. Жалко, что нету каких-то какой-то другой фракции, с которой можно было бы поторговать. Увы, тут. Так, смотрим ущелье. Вот это поселение. Вот это поселение. Алтарь Великой Тьмы у нас был разрушен. И... этими, да. Хауситами. Ну ладно, идем тогда. Че мы? Тут... а, тут холодно, да, поэтому мы несем потери. Может быть, тогда мы... А остров Медвежий, да, это уже совсем другая история. Другое поселение. Надо, наверное, это в первую очередь забрать полностью. И только тогда... идти дальше. Ладно, подземными путями прыгаем. Прыгаем потихонечку к следующему поселению. Как раз на одно поселение у Нагоронда будет меньше. Ну, тут у Нагоронда еще вот там Ултуан, часть Ултуана под его контролем, поэтому... А там и со скеллингами война скоро будет, наверное, у нас, да? Захотят меня выпороть за дерзость. Так. Ладно, наверное, эту армию я тоже отправлю куда-нибудь в бой. А то что ей тут сидеть, правильно? Пусть плывет, довоюет. Тем более верность... ну, пока с верностью все хорошо, но... это может быть пока. Угу. Давайте посмотрим, что мы здесь. Попробуем улучшить стеночки. В первую очередь логово. Давайте тоже апнем. И вот это поселение надо бы проапгрейдить. Теперь посмотрим, что нам предлагают. Ну ладно, я согласен. Уже давно игра мне пытается сказать, что надо бы там что-то построить. Окей, все. Вроде бы все, давайте в дипломатию. Переменчивый я по-прежнему. Сколько я еще буду переменчивый, жалко, не написано. Мятежные армии. Не мятежные, да, это армии этих... кочевников просто. Не просто мятежники, повстанцы, да, которые образуются, когда мы... когда падает общественный порядок. Так, что я хотел? Я хотел с братиками посмотреть. Ну и посмотреть, да, сколько поселений у кого тут осталось. Но пока... пока там без особых перемен. 15 поселений еще у Нагоронда есть. Будет смешно, но мне кажется, что так не сработает, да, чтобы вот этот вот Хагрев... конфедерировался с Нагорондом. То есть, ну, забрал себе Нагоронд, в смысле. Мне кажется, так не будет. И остался один Хагрев. Ой-ой-ой, сюда что-то идет. Он таки пошел в контратаку. Ну что ж, придется драться, наверное. Как бы я не хотел подождать подкрепление, но придется драться. Хотя Квик там на самом деле перерезать половину армии, наверное, может. Наверное, наверное. Крыс будем брать или сэкономим? Сколько у нас? 75%. Через пару ходов мы сможем поднять общественный порядок на единичку во всех поселениях. Ладно, на всякий случай сохранимся, чтобы... ну, я думаю, мы выиграем в любом случае. Просто, может, имело бы смысл больше крыс взять, хотя, опять же, они ничего не делают, поэтому... не знаю. Не знаю, не знаю. Этот, наверное, на драконе будет. То есть тут нужно будет фокусить и дракона, и гидру, поэтому пушки по пехоте особо не постреляют, скорее всего, да?
Подкрепление их меня не особо интересует. Надо, наверное, вот сюда выходить, да? Как раз ровная территория для пушек будет удобно. Очень пострелять отсюда. Единственное, что неудобно будет, так это... Хотя нет, даже оборону здесь будет держать удобно. Мы вот так вот уголком здесь станем, и пусть они подходят. А мы будем обстреливать их до последнего просто. Начинаем развертывание. Давайте сразу раскидаем войска. Так. Вот этого товарища здесь с пушками поставим. Надеюсь, он им мешать стрелять не будет. Ctrl-1, квик сюда тоже. Квика можно вперед немного вывести. Он у нас боец отличный. Мага сюда. Маг может крыс вызывать, так что его тоже надо поближе поставить на его этой колокольне, да? Тут, смотрите, не крысоугра, а монахи колокол телепают. Так. Мерзостей. И колесо у нас одно. Да, мы когда-то потеряли колесо одно. У нас квик на одном колесе ездит, к сожалению. Так, хорошо. Давайте сейчас мы выстраиваем армию уголком. У них там тоже есть арта, конечно. Но я думаю, их арта проблемы нам особо и не доставит. По-моему, там была арта. Может, нет, но посмотрим. Они сейчас будут объединяться, наверное, да, со второй армией для начала. Нет, идут? Идут, хорошо. Сейчас пушки уже готовы постреливать потихонечку. А мы тем временем выстраиваемся. Красиво. Красиво выстраиваемся. Так. Давай, вот так будет красиво. И эти три армии как-нибудь вот так вот четенько между вами становятся. Квика вперед еще. Этого вперед. И пошли обстрелы. Я вот даже не знаю, может быть, я лучше больше пехоты перестреляю, чем буду фокусить гидру. И мы гидре особо, ну, так много урона, как мне бы хотелось, не нанесем. Гидру мы не сможем уничтожить полностью. Может быть, лучше куда-то заряжать лорда, на самом деле было бы неплохо. Давайте лорда будем сбивать. Это попортит боевой дух армии. И это будет определенно полезно. Давайте вызовем сейчас отвлекающий маневр. Они уже сдались. На них даже, по-моему, внимания никто не обратил. Так, ну им еще идти немало. Давайте крыс сюда каких-нибудь вызовем тоже спереди. По лорду мы, по-моему, так ни разу и не попали еще, да? Мы, по-моему, по лорду не стреляем. Он... Почему по лорду не стреляем? Я не понял. Лорда фокусим, лорда. Первым делом фокусим лорда. Так, пошли, давай, давай, давай. Ты откатывай назад немного, ближе к квику, потому что сейчас... Могут гарпии прилететь, и им придется тебе как-то... Как-то придется вызывать монахов, наверное, вот так прям сразу. И квик сейчас этих гарпий сам перебьет, я уверен. Так, поглубже катапульты пусть наши стреляют. Гарпии уже отступили. Так, монахи, раз. Давайте вызываем крыс еще сюда. Еще куда-нибудь сюда вызовем крыс, чтобы было у нас больше времени заняться лордом и всеми остальными противниками. Так, монаха. Монаху больно. Восстановление здоровья бойцов. Лечи себя. Лечи себя. А мы уже, наверное, идем тогда в атаку. Я имел в виду вот так. Все дружно идем в атаку теперь. Квик врывается вперед на вот этого. Это всадники. Где у нас лорд? Лорд, лорд. Потерянный лорд у нас, как обычно. Давайте сейчас его займем.
большими ребятами. А пушки пусть стреляют. Так, стрельба, давай. Пушки пусть стреляют. Отлично, лорда минусанули. Это хорошо, половина дела сделана. Оп. Пушки по нам, арта по нам фигачит. Давай немного поглубже. Поглубже. И пушечки бы туда куда-то заряжать через все наши войска. Это будет больно, конечно. Так, пошли в атаку. А, кстати, пушки могут по этим пока постреливать. Издалека им туда удобно будет фигачить. Давайте заряжаем. Заряжаем мерзостей. Вик, как у тебя там дела? Давай, урон сквозь доспехи. Я не знаю, кого ты там бьешь. Но бей давай еще сильнее. Всем защиту. У этого лорда скверное дыхание. Я понял. Понерфили скверное дыхание к колоколам. Или это другое просто. Но оно мне не нравится определенно уже. Не такое крутое, как было раньше. Так, колеса, давай, заезжай, заезжай, заезжай. Колеса стали, понимаете ли. И стоят. Бездельничают. Давай, заходим, заходим. Надо больше крыс нам сюда. Ты не говоришь, что далеко. А, тут рядом все. Он сам рядом. Хорошо. Давай, 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 давай. Нормально. Так, пушки с артой разобрались. Ладно, дальше пусть развлекаются, сами стреляют куда захотят. Мне это уже не принципиально. Многие воины бегут, но не все еще, к сожалению. Так, мерзостей давайте сюда тоже отправим. Погоняем немного этих ребят. Так, что там у нас? Серьезные потери у штормокрыс. Но вроде бы уже все вражеские армии практически дрогнули, да? Все. Хорошо. Пушки сделали свое дело очень-очень хорошо. Убили лорда, и поэтому мораль у противника упала. Весьма-весьма быстро. Мы добивать, наверное, его не будем, тратить на это время. Не хочется. И крыс сэкономили. Ну, в смысле, еду на крысах сэкономили. Отлично. Сейчас мы еду только получим за победу. И потом в следующем ходу как раз продолжится осада, да? Получается, осада-то не снялась. Она будет продолжаться, и они не восполнят потери вообще. И мы их просто добьем в легкую. Но придется, наверное, отыгрывать бой ручками, потому что... Давайте восполним потери, хотя бы 6%. Может быть, если мы вторую армию подведем, то не придется. Может быть, не придется. Посмотрим. Так, флот. Флот нас не особо интересует. О, еще одна армия активизировалась. Да, они, видимо, уже тут с Латерном более-менее разобрались. И теперь уже двигаются к нам больше. Это уже становится интересно. Сейчас, наверное, моя экспансия немного замедлится. Придется немного в кошки-мышки с этими ребятами играть. Они как-то посинели сильнее, да? Или что? Флаги у них более синими стали. Раньше фиолетовые были такие... Так, обнаружена засада, давайте посмотрим сейчас, а? А мы-то к нему подошли. Мы-то к нему подошли. Засаду спалили, и это значит, что мы можем на него напасть сейчас. Без проблем. А это в следующем ходу, да, будет у него такое? Сейчас у него потерь нету. А в следующем ходу он... Кстати, чё он потери несет? Или это он уже их восполняет после того, как занял это поселение, да?
Ну, короче, в любом случае. Да, это он уже восполняет эти потери. Он занял поселение, половину потерь уже восполнил, и в следующем ходу он бы все восполнил. А мы не дадим ему восполнить все эти потери и нападем на него. Только тут, наверное, надо бы взять больше крыс, потому что все вот эти твари, если они еще и уровня более-менее высокого, то тут нам придется несладко. И он может как раз пойти в контрнаступление. Так что... Плюс еще гарнизон потом будет. Пока гарнизона нет, пока он не восполнил потери, мы другую армию за ближайший ход подвести сюда никакую вроде не сможем, поэтому будем воевать. Ну, из-за того, что у него потрепанные войска, мы с ними быстрее расправимся, да, он больше войск потеряет, значит, быстрее сбежит. Тут, может быть, Маликита фокусить пушками и не стоит, но это не точно. Маликит может еще драться до последнего будет с нами. А он на драконе, ух, может нам делов тут наделать. И здесь-то у нас маны нет. Ничего нет. Начинаем развертывание. Но у него арты, кстати, тоже нет, поэтому нам будет немного удобнее здесь. Так, как бы нам тут пушечки расставить? Вот тут, наверное, прям по центру поставим. Как-нибудь вот так. Да, мы достреливаем. Да, по идее, достреливаем. Можно даже еще немного дальше отодвинуть. Можно, кстати, арту поставить на возвышенность. Но не хочу разделять слишком сильно. Так вот как-то сделаем. И по прямой будем стрелять, да? План примерно такой. Посмотрим, как сейчас себя монахи проявят. Так. Может быть, сейчас они в этом бою нащелкают. Да, мы им силу атаки подняли. Неплохо. Технологиями на 10% все-таки. Может быть. Так. Надо чуть-чуть, наверное, вот так подвинуть. Короче. Что у нас? Штормокрыс? Нет. Есть немного монахов. Хорошо, но... Маны нормально. Окей. Ну что ж, посмотрим, что мы сейчас будем делать с Маликитом. Давайте сразу попробуем пушками целиться куда-то туда. Пусть они фигачат через все отряды. Пару выстрелов хотя бы дадим, да? И потом, может быть, займемся Маликитом. О, у них есть арта. Мы будем стоять и терпеть ее обстрел. Хорошо. Давайте переключаемся, наверное, на Маликита. Пару залпов дали и... ждем. Так, а ну давайте попробуем сейчас сюда крыс вызвать. Которых почему... А, ну да, магия. Сразу магия. Крысы замерзли уже. На мороз упали. Проклятые крысы. Маликиту, по-моему, наш обстрел вообще по барабану. Давайте выведем вперед крыс. Давай. Пусть они немного задержат противника. Не сильно, конечно, но они все же его задержат. Вообще почти ничего не сделали. Так. Отходи и вызывай еще отряд на всякий случай. Да чё ты выезжаешь? Давай издалека. Я в тебя верю, ты сможешь. Может быть еще, ну хотя бы займем, да, немного. О, Маликиту сняли половину хп. Добрую половину. Хорошо. Давай сюда. Оп, тут долбанули по нам немного. Но немного на самом деле. Давайте сюда еще пехоту. Давай. Выходи. О, еще пару залпов по Маликиту. Все, фокусим именно его.
Он почему-то решил напасть именно на копейщиков. Хотя копейщики будут ему вламывать весьма неплохо. Но что ж, это его решение. Так, катапультики. Давайте сейчас вот так и вот так фокусим. Малекит уже убегает. Отлично. Лочим. И направляем в атаку все наши войска. Давайте еще арту займем маленько. Попробуем. Попробуем, конечно, занять. У нас это плохо получается, но все же попробуем. Так. С тылу заводим войска. Малекит помер. Прекрасно. Самое, наверное, сложное мы таки сделали. Но осталась еще целая куча магов. Целая куча магов. Просто неприличное количество всяких мерзких магов на колесницах. Просто это смешно. Кто кого затаранит, да, называется? Но у нас-то колес больше, как ни крути. Колес и колесниц. Хорошо, это не такой страшный бой был, как я предполагал. Не, стреляйте по ним, добивайте уже тот отряд. Здесь колесницу мы у них уничтожили одну. Гарпи уже куда-то улетают, я вижу. Но еще, конечно, остались лорды всякие разные. Давайте сюда сейчас в эту кучу больше войск заведем. Отстань, наверное, слушай, от этого отряда. Не надо нам им заниматься сейчас. Добьем сейчас этих лучников. Все, они уже убегают. Прекрасно. Малекита разваляли. И теперь Сниван, наш новый юный Сниван. Не Сниван младший. Или Сниван у нас Скрули, по-моему, еще один был. Да, у нас вроде два Скрули было, а не Сниванов. Да, он будет полностью уничтожен, этот отряд, поэтому возиться с ними не станем. Хорошо. Практически без потерь. Немного пострадали штормокрысы, монахи. Вообще красиво. О, разваляли. Сейчас как раз этот лорд получит какой-то бонус, да, за победу над Малекитом. Мне вообще нравятся все вот эти вот бонусы за победу над легендарными лордами. Очень круто придумали. Занимаем поселение сразу. Как раз не придется нам его захватывать, да? Писец погиб. Эй, а где нам бонус за Малекита? Алло? Доклады, получено снаряжение. Может, он уже убивал Малекита? Как-то раз. Блин. Так, теперь надо вот это поселение забрать, да, и у нас как раз снова получится столица. Местная армия, инженер-колдун. Да, можно, в принципе, построить, на самом деле. Копейку стоит. Какую-то. Так, давайте выведем сюда наши войска. Так, и теперь попробуем на авторасчете разыграть. Если, конечно, потеряем мы сейчас кого-то здесь, да, вот, например, вот этот отряд штормокрыс. Придется отыгрывать вручную. Глупый автобой. Наверное, если бы автобой был просто слишком умный, то все бы играли только автобой. Но я вот помню, в первом моем прохождении за вампиров я очень часто пользовался автобоем, особенно в каких-то сложных битвах, ну, которые мне казались сложными, типа осады, да, когда у противника в городе и катапульты, и башни хорошие, серьезные, да. Ну, вот такие осады я предпочитал автобоем все же рассчитывать. Просто из-за того, что
автобой меньше как-то потерь нам создавал, чем я ручками это делал. Так. Но сейчас, во всяком случае, вот во втором, да, Вархаммере, как-то проще стало. Фракции стали очень сильными, новые, во всяком случае, все очень сильные. Что за них даже как-то приятнее играть, что ли. Так, кто у нас? Квик пойдет в атаку, врывается. Ты тоже, наверное, ты с катапультами. С катапультами. Все. Начинаем развертывание. Поехали. Поехали. Пушечки уже заряжают. Давайте мы им сразу... точность сразу не дадим, ладно. О! Я хотел посмотреть на это заклинание. Сейчас мы сдуем их еще немного. Дальность слабовато немного. О! О! Ну, дай катапульту. Хорошо. Так, а ну-ка. Усиленное заклинание. Давай на гидру. Сдуем ее. Алло? Ну, как-то так себе, по-моему. О, еще одна катапульта тут подъехала, ладно. Все, пострелял, отходи. Ой, не ты отходи. А, у тебя ракета же еще есть. Давай ракету еще у них. Давай. Ракета. Полетела. А ну, теперь отходи. О! Заметно ударила ракета на самом деле. Приятно. Приятно весьма. Вся мана закончилась. Кто-то пришел к нам, ворвался такой, значит, думает, что он герой, да? Давайте сейчас еще вот этим залпом в гидру долбанем. Ну так себе, да? Гидра уже убегает. Отставить, пошли. Фокусим гидру. Фокусим все дружно гидру. Квик, давай. Квик крутой, мне Квик очень нравится внешне, вот именно моделька его просто обалденная. Его доспехи крутые, его вот эти вот оружие оба два. Вообще, Квик очень крутой внешне. Жалко, что ему не дали какого-то крыса-огра, на котором он бы ездил, вообще всех бы испепелял. Он был бы вообще хорошо, конечно. Еще бы скорость ему поднять. А то что-то догнать никого не может. О, может, догонит? А ну-ка. Стукни ей в спину. Давай. Ну? Хряпс, давай. Еще пару раз. Давай. О, хорошо, она теперь в другую сторону побежала. Просто крутейший герой. Вот это вот его атака, когда он вертит оружием перед собой. Урон наносит? Наверное, наносит все же. Все? Хряпнул я? Молодчина. О, прекрасно. Все, завершаем бой.
Ну и пора уже серию заканчивать тоже. Эх, как же быстро время летит. Занимаем обратно это поселение. О, спасбросок плюс 20%. Ну чё, Квик заслужил, если у него еще такого нет. Да, у него на 10%, на 20% тоже будет хорошо. И, кстати, сразу верность понизил. А, ты у меня мою прелесть забрал, да, думает? Я тебе, наоборот, прелесть пожирнее хочу дать. Так, Мара, Длань Гнева возвращается. Такс, это флот. Не, это флот, хорошо. Давайте посмотрим сейчас, что мы еще можем сделать быстренько тут. Или уже, наверное, ничего. Я сейчас вспомню, пока бой был. А, нет, мы только ход начали, да? Мы только начали ход. Или не то ли? Ну, короче, ладно. В любом случае, серию просто пора заканчивать. В следующей серии обязательно продолжим. Осталось буквально пару поселений уже, да? Вот здесь забрать у Нагаронда одно. Вот это забираем. И север зачистить от всех этих поселений. Ну, на севере еще много. Здесь тоже на островах еще есть чем позабирать. Но, в принципе, большая часть Нагаронда уже лежит у наших хвостов крысиных, да? И Малекита в очередной раз мы изничтожили. Вот, я думаю, что... О, наконец-то. Да? Да. Наконец-то у тебя теперь есть вызов крыс. Думаю, что да, пока что мы заканчиваем. В следующей серии обязательно продолжим. Не забывайте ставить лайки, если вам понравилось данное видео. Если вы хотите видеть полный захват всей данной карты, пишите об этом в комментариях. И если не хотите видеть, тоже пишите об этом в комментариях. В общем, пока что всем спасибо за просмотр и пока.